Называется Голубая Лагуна. Это самое красивое место на данный момент, которое я на этом острове пока видел, потому что здесь реально обалденно. Вот такая вот вода, вот такие виды. Пока здесь такого еще не было. Такой красоты. Не знаю, что у нас сейчас дальше. Здесь такие маленькие, небольшие уточки, пляжики. Таких больших пляжей здесь вообще нет. Один большой пляж есть, но он находится на острове Самомальт. Там было очень грязно, но сейчас, кстати, убрали всю грязь, почистили более-менее. Мелех, место называется Мелех. Я сейчас подойду, я посмотрю, что здесь, да. На этой стороне есть ли что интересное. Вот когда видишь вот такие места красивые, конечно, уже все по-другому. А самое неприкольное бывает, когда ты вот такие красивые места видишь, а потом раз приезжаешь куда-то, вот как, допустим, на Канарах были очень красивые места, потом приехал на эту Мальту, и какое-то у меня разочарование было. Но сейчас потихоньку, чем больше здесь нахожусь, больше уже вижу каких-то мест. Так, друзья, выключаюсь. Смотрите, Анзор.